селище Чугуївського району Харківської області, Малинівка. 19 вересня 2013 року сюди прибули працівники міліції, рятувальники, курсанти вищих навчальних закладів, військовослужбовці, волонтери, які приїхали з різних районів області. Всі разом мали спільну ціль. П'ятирічний хлопчик ввечері пішов гуляти і додому не повернувся. Його треба було знайти. Згадує програміст Сергій Осман, який на той час знаходився далеко від місця події. Сидів вдома в інтернеті ночі і побачив перепости, орієнтировок, просьба о допомогу волонтерів. Вот, и я позвонил ночью, туда же мне ответили и говорят, ну собирайся, езжай, помощь любая нужна, любая помощь, даже маленькая помощь в поиске, это большой как бы, путь к положительному окончанию поиска. Вот. И тогда я с утра еще на первую электричку метро уехал. Поехали мы в Малиновку, и там был организован координационный центр, и оттуда начался весь поиск. Ситуація ускладнювалась тим, що хлопчик не розмовляв. Пошуки тривали майже 2 доби. Поиск производился очень тщательно. Все закоулки, все ямы, все заброшенные здания, все были проверены. Прочисано близько 50 квадратних кілометрів лісового масиву, який примикає до селища. Закончилось это... Что, какой это был момент? Это момент был... Ну, я помню как. Мы шли своей группой, человек 10-15, и позвонили нам, что нашли. Мы очень обрадовались. Вообще, это был вечер, это уже начинало смеркать, темнеть начинало. Мы, ну, это просто было не передать словами. Когда ты целый день лазишь, ищешь, там уже такие мысли посещают тебя не очень хорошие. Ну, слава богу, что поиск положительно закончился. Хлопчика знайшли в одній із будівель колишньої бази відпочинку майже в 2 кілометрах від селища Малинівка. Сергій Осман сьогодні координатор Харківської області Всеукраїнської співдружності «Пошук зниклих дітей». Організація діє в Україні, волонтери з різних областей допомагають один одному. Думаю, большую роль сыграло то, что у меня есть свой ребенок. И я просто как-то сопоставил, себя поставил на место тех родителей, у которых такое случилось. И я просто не мог пройти мимо и решил нести хоть какой-то кусочек своей помощи в этом нелегком деле. Я, во-первых, репосты, пронос ориентировок по разным группам ВКонтакте, в общем, перепосты, расклейка ориентировок по улицам, по всем рекламным блокам, вот, и поиск по местности в основном. И если маленькие детки, потеряшки, то это поиск на местности. Любая помощь нам, это как, не знаю, даже начиная от простого перепоста в социальных сетях, расклейкой ориентировок и заканчивая поиском на местности, эта помощь очень нам важна. Сергій та його колеги-волонтери активно використовують мережу інтернет, соціальні мережі, де розміщують інформацію та фотографії дітей, які зникли зі своїх родин. Якщо більше людей зможуть побачити ці фото, тоді буде більше шансів повернути дітей додому. Швидкість розповсюдження інформації у таких випадках відіграє важливу роль. У нас ще отряду поискового нету, ну, у мене в мечтах створити його. Дуже хорошо, якщо є підготовлений отряд, якщо вдруг якась біда, одразу час-два уже група людей, які обучені, які знають, як себе вести, як руководити людьми, на що звертати внимание. Наша організація працює совместно з міліцією. Любой поиск обов'язково з міліцією. Любое создание орієнтировки нашей начинается с перезвона в милицию и уточнения всех данных. Действительно ли это потерялся ребенок, не нашли ли его в текущий момент. Так же самое этот поиск заканчивается. По звонку в милицию, по подтвержденной информации.
каждый человек в этой жизни должен, помимо того, чтобы ездить на работу, должен заниматься чем-то, за что, не знаю, жизнь, чтобы не пролетела просто так, чтобы как-то чем-то помочь другим людям. У нас остается ненайденная Анна Александровна, которая в Люботине пропала. Рома, что известно о ребенке? На сегодня есть какая-то информация? Она билеты покупала куда-то? Юрій Михайлович – старший оперуповноважений відділу кримінальної міліції у справах дітей Головного управління МВС України у Харківській області. За час його роботи багатьох дітей вдалося знайти і повернути додому. Всі історії різні, але працює система на випадок зникнення дитини. Смотрите, її бачили на терміналі. Сьогодні бачили. Орієнтировка, в принципі, всім абонентам по електронній почті ушла. Ну, давайте фотографию сейчас последнюю отправлю, чтобы там четкий снимок увидел. Примет описанный, все есть, в чем одета была. Все, сейчас бросайте, давай. Надо, чтобы они патрульную службу поставили задание всем. Патрульную службу. Будут сейчас вокзал ориентировать. Метрополитен. Это тоже надо сообщить. Костянтин Шеремет, оперуповноважений відділу кримінальної міліції у справах дітей. Серед функцій кримінальної міліції у справах дітей – запобігання правопорушень неповнолітніх, розкриття злочинів, вчинених неповнолітніми. Розшук дітей, які пішли з дому повертатись не хочуть, або розшук дітей, які просто загубились. Юрочка, можна садіння з дежурним по железній дорозі до міліції? Здравствуйте, обласне управління беспокоїть вас. Відділ кримінальної міліції по ділам дітей. Направлені орієнтировки и на ваш адрес в том числе по поводу розыска без вести пропавшего несовершеннолетнего. Пожалуйста, ориентируйте наряды дежурной части, наряды патрульно-постовой службы. Родители обращаются по телефонам 102, сообщают о пропаже своего ребенка. На место сразу же выдвигается следственно-оперативная группа. Идет установление описания приметы ребенка, в чем был одет, телефон имел с собой, денежные средства, в каком количестве, куда ушел ребенок, возможно, находится у родственников. Идет отработка уже по спирали, отрабатываются родственные, дружеские связи, где мог ребенок появиться и куда он мог уйти. И в первую очередь устанавливается причина. То ли это был скандал, ссора с родителями, ранее уходил, не уходил ребенок, это тоже играет огромную роль. Мамы, можно вас минуточку внимания? Пропал ребенок, мы разыскиваем. Я хотел бы вас проинформировать о том, что если вы встретите где-то эту девушку, незамедлительно сразу позвоните, контактные телефоны имеются, она ушла из дома и разыскивается как вести пропавший ребенок. Описание примет есть. Если вы где-то увидите, сразу же позвоните. Таксисты и водители маршрутных такси, а также автобусов, общественность на рынке, в киосках, везде, где могут появиться несовершеннолетних, раздаются ориентировки с детальным описанием примет, в чем был одет разыскиваемый. И они нам очень зачастую помогают, звонят, сообщают информацию. У 70% випадків діти знаходяться по гарячих слідах і в короткі строки саме завдяки громадськості. В начале января был уход 15-летней девочки из дома. Родители обратились в милицию с заявлением о том, что более 2 дней ребенок не ночует дома. После размещения ориентировок на 3-й день поступило сообщение о том, что похожую девочку действительно видели по улице Дмитриевской. И буквально в 21:30, я сейчас помню, как сейчас, заступил на суточное дежурство, выехал, действительно подтвердилась информация, это оказалась наша разыскиваемая, которая находилась в магазине. Сообщил молодой парень, который увидел по телевидению розыск. Повернись ще по часом, ти озирнись ще почуть сльози. «Hey You» з англійською «Hey Ти». Кліп записали гурт «Dazzle Dreams», друга ріка та співачка «Лама».
Музиканти звертаються до дітей, які пішли з дому. У кліпі показані їхні фотографії, місця, дати, коли дівчаток та хлопчиків бачили востаннє. У засобах масової інформації навіть є інформація, що одна з дівчат, чиї фото були показані у відео, повернулася додому саме тому, що побачила цей кліп і свою фотографію. У міліції пояснюють, причини, через які дитина може втекти з дому, різні. У підлітковому віці часто причинами є непорозуміння з батьками та конфлікти з близькими. И в основном это подростковый возраст, с 13 до 18 лет, когда ребенок хочет самовыразиться и показать ноту протеста своим родителям. И зачастую уходит из-за этого из дома. В первую очередь, незамедлительно, ни в коем случае не ждать истечения суток, трех суток, незамедлительно обращаться в органы милиции, сообщить об уходе ребенка, описание примет, в чем ушел ребенок, ранее уходил, не уходил, акцентировать внимание на его друзьях, знать, с кем ребенок общается, с кем поддерживал отношения. И эта информация будет содействоваться быстрому розыску ребенка. Как только вы знаете, что ваш ребенок в 9 часов или в 10 вечера должен находиться дома, он дома не пришел, телефонная связь с ребенком отсутствует, незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел о том, что ребенок не пришел своевременно домой. И тогда уже милиция будет проводить мероприятия по быстрому установлению местонахождения его. Час у таких справах відіграє важливу роль. Был случай, это уже было в этом году, когда ребенок 3, почти 4 годика тоже ушел из дому, пошел погулять, заблудился в поле, ночевал в посадке, более 3 дней шел розыск этого ребенка. Моим напарником Юрием Викторовичем была задействована авиация гражданская, и ребеночек увидел красочный самолет раскрашенный, выбежал на этот самолет посмотреть, пилот его увидел, естественно, по рации сообщил, что в таком-то квадрате находится ребенок, вовремя туда успели и забрали ребенка. Как бы уже за 3 дня уже было некоторое истощение, и, скажем так, уже счет шел не на часы, а даже на минуты. И своевременно он был установлен и передан родителям. Естественно, оказана необходимая медицинская помощь. Когда нашел ребенка, вздыхаешь с удовольствием, понимаешь, что ты еще нашел одного ребенка и спас еще одну жизнь. И это всегда очень приятно, и на душе становится спокойнее, когда все дети возвращены в семью. Это неописуемое чувство, когда знаешь, что твоя работа не проходит даром. Летом для всех людей в основном это отдых, в основном это выезд куда-то на курорт и посещение лагерей детьми. А наши подразделения криминальной милиции по делам детей, естественно, работают в этот период времени в особенно усиленном режиме, потому что зачастую именно в этот период времени увеличится количество несчастных случаев с детьми, самовольных оставлений детьми своих жилищ. То есть мы ведем розыск без вести пропавших детей. Естественно, на мероприятие направлено на декриминализацию молодежной среды. Ощущение спасти чью-то жизнь, и не чью-то, а жизнь ребенка, это понимаешь, что твоя работа и твои бессонные ночи, и то, что я вижу, скажем так, и свою семью гораздо меньше, чем вот этих всех деток, приносит какое-то удовлетворение от выполненной работы, что действительно я делаю то, что может пригодиться и нужно людям.